Мальчишки, девчонки на прогулку. Девочки так нарядно оделись на прогулку в парк. Шпагат почти. Капец, я коленки в хламе. Ну, девочки, ну чего? За ручку ее. Сер, нормальный маршрут. Ну, мне нравится. Я знаю тут одну короткую дорогу, короче. Так, слышишь, главное, светофоры работают, это рабочая железная дорога. Московская интеллигенция. Дождь закончился, шашлыком запахло. Кирилл, спрашивай у меня, если мне телефон с камерой позвонить? Эй, что там, Бирюлёвский, ё-моё. Езжай, езжай телефон. Бирюлёва. Да езжай вообще. Веточки. Зеленые букашки. Смотрите, сейчас он поедет. Ля, из леса выходит. Давай на горке с разгоном. Сейчас он скажет, чтобы я не спускался, поднимайтесь. Здесь картонка. Ну чего там, Серый? Сейчас видео по WhatsApp скину, посмотрим. В смысле? Там дорога нормальная? Дорога, там уже пах начинается, реально. Блин, я еду. Ты едешь? Да. Аккуратно. А, тут вот, смотри, вот, вот сюда, остановись, сиди, давай, вперед. Полина. О. Андрюха. Я еду. А там будет какой-нибудь выход другой? Господи. Вот это парк. Это грязи лечебные, вы ничего не понимаете. Сказка просто. Вы ничего не понимаете. Мы с тобой на босоногах вообще красавчики. Мы подготовились. Жесть. Слушай, у меня уже обувь раза в три тяжелее. Не, ну парк красивый, ничего не скажешь. У меня башмаки в три раза теперь тяжелее стали. Давай. О. Можно очиститься. Даже никто не упал. Как твои из-под рими? Мальчики купаются. Я не посмотрю, как прикольно. Иди со мной, иди сюда. Блин, Илья, ты будешь, сука, аж почистила, там чистила. Мне вообще Эмили постоянно соседки влажные вытаскивают, не выдергивает водой, не нравится. У меня прям беда. А, ноги мокрые. А, еще мокрые. Вот такая летняя прогулка по Бирюлевскому дендропарку. О, Сер, у тебя вообще там... Я боюсь, что я не в грязь наступлю. Воду мутишь. Сейчас тут пробки, да, говорит, пробки, да? Смотри, весь город зеленый, да? Что мне нравится, то что понял, здесь, глянь, какое все сочное. Это, короче, как бургер. Буркер. А, это просто мост, Андрюх, это здесь и то, и то. А, это все называется пруд-шоколадка. Бирюлевский дендропарк. Надо сними, реально, если люди не верят. Это не мост, а у меня не этот, не фокусирует фрукт. Ну, шоколадка, короче. А, он каскадами идет, да. Милю. А? Вас зафоткать? На фоне Х. Бирюлевский водопад. Брат, слушай, для каких колясок? Ты вот засними, как вот можно здесь скачать? Коляски, покинь, да? Кирилл, а тут на коляске не опасно? Глянь, какой 45 градусов. На инвалидной, вообще. Да, красиво. Отлично, дендропарк вообще кайф. Такая дикая природа. Так вот, да, дорога. Эмили, не подходи. Где? И это все внутри Москвы. Будьте счастливы.
Аккуратно, серые едут, рейнджеры едут. Сейчас я за купание повешу. Ага. Эмили. Экологический надзор, серый, а ты купаешься. Я утащу, я не обязательно так увижу, я тебе позову. Оглядывайся. Сегодня писали Эмиля, а серый тебе там ноги моет. Пописать, кстати, можно на ранку. Она заживет. Ты видели, типа там... Да, типа высаженный сад. Да, глянь, посмотри, виноградники. Да, они еще, блин, только цветут. Маленькие. Я думал, уже сорвать. Помнишь, как мы в ботаническом саду обсудили? А что, он, наверное, был японцем раньше. Вон, он подданный Японии. Миясини Ютака. Комары, да, начали? Да не комары, а слепни это мудаки, блядь. А здесь, походу, им как раз и климат, блядь. Да. На даче тоже их очень много в лесу. А где сами сакуры? Хоть они не цветут, как они хоть выглядят? Вот иди, вот тут, наверное, нет. Как лично? Я видел сакуру, потому что уже. Мы сюда сидим, еще как-то так. Папу поешь соком. Эмили, слезай, я следующий. Эмили, слезай, я хочу тоже покататься. Луна, смотрите, какая. Прикольно. Желтая. А девочки, что это серый? Заметили еще тогда, прикинь. А вы говорите, пошли. А мы думаем, что тут так много белочек-то. Белочек-то тут так много, почему? Ну что, все, нагадалось? Или ты тут спать со мной? Еще. Доедем, нам ехать в Краснознамец. Женя, камера. Типичная суббота на МКАДе. Скорость движения 30 км в час.
Короче, Краснознаменск — это закрытый город, в который просто так не попадешь. Тут есть КПП, по приглашению, я так понял, надо заезжать. Просто так без цели туда не покатаешься, не заедешь. Вот мы стоим перед стоянкой, перед КПП, ждем Игоря, чтобы он нас встретил. Потому что без него мы в город не попадем. Где вы сейчас встретились? Да не говори, как не на КПП. Давай привет, у меня все смотрят с Ростова. А, у тебя онлайн-трансляция? Нет. Слышь, а что, закрытый город такой, что надо пропуски? Без тебя бы мы не попали, да? Ууу, Краснознаменск. Вон сзади едет Игорек. Первый раз. С Игорьком знакомы 13 лет. Первый раз у него в гостях. Вот нам сделали пропуск в город. Написали Поликанов и Савиканов. Хотя Женя у нас Савикова Евгения Павловна. Но сделали Савиканов. В принципе, нас пропустили. Никто даже не посмотрел. Ярмарка. Звездная ярмарка. Ну, конечно. Блин, дороги классные вообще. Городской парк с прудом. Красивый городочек. Жабы. Мы в Игорька на даче. Подмосковные вечера. Сейчас будем пускать дым. Пускать дым. Ты уже там пустил. А это колодец настоящий? Да. И там вода есть? Смотри, тут прям крутить можно. Пить не стоит, да? Вода пить. Ага. Ну красивый у вас тут ландшафтный дизайн. Красота. Ну, вот я обожаю, мне предками проектировал. Мне пихта вообще так нравится, как. Ты туя. Ну какая разница? Какого туя? Ну нравится пихта. Ну нравится пихта мне. Туя. Вон там. Прикольно. Трон мангальщика. Угу. Ну все, сейчас. Сейчас вся ростовская кровь зажжется, а я тут. Ты как это жизнь? Ну да.
Можно, можно золотых рыбок сюда посадить. Мы их на экскурсию. У Игорька на даче в туалет входят в Краснодар. Почему Краснодар? Потому что вот он, домик туалетный. О, нифига себе. Даже счетчик есть. Ну все, теперь коромысло и давай два ведра. Баба с коромыслом. Картина масла. Ну и что, надо вылить, а то сейчас она улетит, сейчас тебе по голове даст. Три водки. Ай, мамочки! Кусай. Я не хочу, чтобы она улетела. А вон, глянь, какая-то хрень. Я хочу, чтобы она улетела. Бабушка показывает нам экскурсию. Кольца. Антиквариат. Исторический музей антиквариата, да? Ага. Папе покажу. А ну пусти кольца. Ты ж не на ветру. Не получится. Когда ветер вообще не получится. Это поможет? А куда он? Дуйте. Все, уже залезло. Ура! Сейчас я сниму.